почитать новости, узнать штрафы и вызвать полицию. Теперь все эти функции выполняет одно приложение для телефонов и планшетов. Оно называется просто «МВД России». Установить его можно и на продукцию компании Apple, и на гаджеты на Android. Приложение позволяет найти отделение полиции в своем регионе и узнать участкового. А еще можно вызвать полицию. Также есть возможность узнать все данные разыскиваемых людей, в том числе и пропавших без вести. Также приложение является сборником полезных советов. В разделе «Экстренные ситуации» расписано то, как надо себя вести в том или ином случае. К примеру, если вы попали в ДТП или стали свидетелем преступления. Также в приложение внесен весь кодекс об административных правонарушениях и штрафы ПДД. Желающие написать обращение к полицейским могут сделать это тоже с помощью программы.